Сегодня, 26 мая, на рассвете, боевики, действующие на территории юго-востока Украины, обстреляли один из блокпостов силовиков антитеррористической операции вблизи Славянска. Украинские бойцы в ответ также применили оружие. Об этом сообщил в своем Facebook Владислав Селезнев, руководитель оперативной группы по информированию антитеррористической операции. Защищая свои позиции, украинские военные убили двоих боевиков, остальные агрессоры скрылись. Согласно информации Селезнева, с украинской стороны никто не пострадал.